Данный сериал снимался на проекте Power of Republic. IP и ссылки будут в описании. Надеюсь, ты поставишь лайк, подпишешься на канал. Желаю приятнейшего просмотра. Фронт на войне клонов продвигается не в пользу республики. Дроиды сепаратистов упорно держат свои ряды, не позволяя клонам прорвать сектор Куастриан, являющийся стратегически важным для сил республики. И уже ожидая нового приказа на прорыв, бойцы на планете Куастриан 3 подготавливаются к грядущему наступлению. Черт, чё, пап, бежим, бежим! Бегим быстрее! Блин, сзади! Пап, мама, у мамы упала! Быстрее, поднимай её, сзади дроид! Чё мне делать? Что мне делать? Что будем делать, папа? Беги, сынок! Нет! Черт, папа! Папа, блин! Что? Дроида? Вы кто? Мы твои спасители, выходи быстро. Какие спасители? Моего папу убили! Черт, нет! Пап! Мам! Быстрее, уходим! Ну, блин! По мне чуть не попадают! Куда? А вы? Ну, давайте, бегите! Черт, потерял одних, уже сразу других теряю. Я вас буду ждать. А как же он? Черт. Давай. Блин. Куда? Где ты? Ну, заходи. Куда, сэр? Стоящий. Хорошо. Я вас жду. Что дальше? Блин. Я ухожу. Я прячусь. Надеюсь, он меня не убьет. Так. Уходи. Вроде ушел. Стой! Слушай, неужели они вновь вернулись? Так, ладно, буду сидеть. И тогда должно пронести. Двигай сюда. Рассмотреть это... тела. Это не дроиды. Так, вроде бы пока он меня не заметил. Так, ладно, хорошо. Стоп. Нет. Кто вы? Пойдем. Кто вы такой? Тебе ничто не сделаю. Кто вы? Мы пришли тебя спасти. Хорошо, я выхожу, только не стреляйте, пожалуйста. Мою маму убили. Мы не будем оружие не направлять. Бери оружие, Бильбо. Сэр, моего отца убили. У моста. Всякое в жизни бывает. Сэр, моя мама жива, скажите, пожалуйста. Мы не знаем. Мы не смогли найти кого-либо в этом городе. Как не смогли? Возможно, она все еще жива. Как тебя зовут? Моя мама говорила, не говорите мне чужим. Извините, я не могу сказать. Нам можно, мы пришли спасти. Меня зовут Дин, а вас как? Меня зовут клон-командер Коди. Можно просто Коди называть. Хорошо, Коди. Ладно. А что будет со мной? Вы будете спасены армией республики. Понятно. После чего доставлены в безопасное место. Мне говорил папа про республику. Он отзывался о ней не очень хорошо, сэр.
Извините. Важно. Ничего, голова у тебя не кружится? Кружится, сэр, кружится. Мне кажется, в ногу попали в левую. В ногу попали? Побаливает, да. Может, просто вывих. Не бойся. Тебя просто синяк обычный. Спасибо, сэр. Моего отца убили, я прыгнул в канаву. Потом ко мне подбежали какие-то, ну тоже, такие же, похожие на вас, у них очень похожие были броня у вас. Да, да, это он меня спас, это очень хороший, это очень хороший человек, сэр. Тебя хотели забрать, я тебе так скажу. Они мне сказали, они мне говорили о вас, они сказали, что республика сеет что-то плохое, я их не понял, сэр. Но они тоже о вас плохо отзывались. Не говорят неправду. Боремся за мир в галактике. А зачем вам шлема? Почему все ходят в них? Ну, этого я уже не могу сказать. Я скажем так, для защиты. А у меня будет шлем? Ну, если ты захочешь, возможно, будет. Сэр, это кто? Почему он такой маленький? Где? Кто? Вот. Он такой маленький. Он даже меньше, чем я. И почему-то он ведь светится. Это странно. Время эвакуации. Забирайте с собой ребенка и двигаемся. Куда, куда? Просто беги за мной, понял? Сэр, пообещайте, что вы не убьете меня. Пообещали. Ну, правда, у него голос очень странный, да и вообще, зачем им шлемы? Зачем им шлемы? И вновь я куда-то иду. Я буду мстить за них. Сэр, я буду мстить. Я убью их всех. Мщение дело плохое. Почему плохое? Вместе надо бы приводят к другим последствиям. Может, вы и правы. А почему вы такой умный, сэр? Меня воспитывали другие люди. А кто? Один очень хороший человек. Наставник, можно сказать. А вы меня будете воспитывать? Ну, вроде он сказал да. Ну, за вроде он, ладно, неплохой, вроде разговорчивый. Ну, я не знаю, что... Кто там под этим шлемом? Лейтенант, свяжитесь с адмиралом и спросите эвакуацию. Какие адмиралы? А кто такой адмирал, сэр? Дяденька, который всеми командует. А вот это кто? А, я вспомнил, вы же говорили, вы же Коди. А вы кто? Ну, ладно, раз уже начали знакомиться, меня зовут Комарк. Комарк. У вас красивое имя, Комарк. Спасибо. Как понял, зовут Дин. Да, меня зовут Дин. Меня так назвали при рождении. А это что, сэр, что это? Это наш самолет. Сэр, вот такой, вот такая вот уродина моего папу убила и маму, вот такая вот. А, вы, ты про дроида? Да, это вот они. Они еще та заноза. А куда мы? Мы в самолет? Да, мы в самолет. А зачем? Чтобы эвакуироваться с этой планеты. Так, побежали за мной. Хорошо, хорошо. Куда эвакуируется? Что эвакуироваться? Ну, вроде зовут Комарк. Имя правда красивое. Я не соврал, чтобы меня на самом деле не убили. Просто реально красивое имя. Покрасивее даже, чем Коуди. Мы когда-то были здесь с мамой и папой. Организуйте оборону. Гражданские погружаются в первый. Садись в самолет, Дин. Хорошо, сэр. Спасибо. Пока. Пока, мама. Пока, папа. Я буду вас помнить всегда. И я не обещаю, что я отомщу. Сэр, а я прилечу еще сюда когда-нибудь? Когда-нибудь. Этого неизвестно. А где вы родились? Я родился на такой планете, как Камино. Я надеюсь, вам понравилась первая серийка нашего нового сериала «Мандалорец и его путь». Вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Помните всегда, таков путь. С вами был Отто. Увидимся в следующих видосах.